Подарки. Видишь, 185-й? Да, написано 185-й. Вот, все. Кошку. О, я первая. Заходи. Там водичка есть. У-у-у, слушай, вода. Говоря, ну тогда. Ба, а ну смотри, какая. Ты наверху. Ба, такая узенькая. Надеюсь, нет. Стакан. Слушай, что со мной рядом? Ты еще рядом, а это я. Слушай, только первый раз у нас. Так, всем привет, с вами канал Артмания. Подарки, подожди, я занята. Подарки, карточка. Приходишь, кушаешь, потом в конце круиза приходишь, сдаешь ее и оплачиваешь. Сколько там насчитают. Прикольно. Так, покушать. Это какие-то минеральная вода какая-то, что ли, что-то. Приходить ее пить, что ли. Фито-чаи, кислородный коктейль. Что-то фито-чаи какие-то, интересно. Потом сходим. Так, и вот они сами, которые пропуск. Плюс тут что-то сейчас прочитаем. Вода была в подарок. Здесь уже стоял. Кстати, это очень классно. Это просто обалденно, как классно. Хотя, честно говоря, мы с собой понесли. Принесли свою воду, но это будет вот чисто моя водичка. Тебе не дам. Тут чуть-чуть приоткрыто, что ли? А, это кондиционер тут. Ну, конечно, кроватка одна тут, другая тут. Женьку, конечно, видеть не буду, естественно. Я тебя буду сверху пугать. Угу. Женя уже тут раскладывает, чайник спрятал, да, наверное? Книжки свои. Запустили сразу, обычно ждать приходится, по 2-3 часа сидишь. Что-то. О, мы сейчас разложимся. Первое слово дороже второго. Да что ты? Вот такая вот здесь каюта. Что там поет кто-то? А, вон шторка. Так вот задергивается. Кстати, такая довольно чистенькая. Кстати, она довольно чистая. У нас просто, помню, дома была такая же светлая, она внизу прям была темная. Хоть и дома. Раковина, смотрите, какая классная. Кранчик. Душик такой красивый. А здесь, смотрите, какие шкафчики интересные. И полочки. И чистые такие, главное. А, тут побольше. Таких, кстати, я вообще ни разу нигде не видела. Туалетная бумага и что-то еще. Здесь вот жидкое мыло, гель для волос и тела. А, это чтобы мыться. И руки мыть, и мыться. Кстати, очень классно. И оно, наверное, цельное. Вот. Ну, мы принесли свое мыло. Зубная паста, щеточка у меня. Такое чистое-чистое. Чисто-чисто сегодня здесь будут. Слушай, а полотенце-то? Не там полотенце. А это что такое? Мусорка. Ой. Здесь прям вот оно. Такое очень узкое. Очень узкое. Дверь. Так, я не помню, ты что сидишь там на моей кровати? Нет, надо посмотреть. Так ты не сиди на моей кровати. Кстати, еще холодильник Hyundai. А, тут еще зеркало одно есть, кстати, классно. Зарядник, вилка, свет. А, смотри, вот тут шторка есть, чтобы это, не знаю зачем. Тут шкаф есть, узенький такой, уже вот разложились. Фен есть, смотри, там фен есть еще. Еще там есть. Прикольно, слушай, там фен есть, Жень, даже. Прикольно. А там что? А, там твои уже вещи, что ли? Я думала, нам еще утюг дали. Тут Женька все повесила свое. А, сколько у тебя одежды? Картина для красоты общей. Так, что ты там заполняешь? Я не знаю, тут разберись, пожалуй. Ну, пожалуй, разберись. Тут уже... Слушай, я поняла, зачем эта лестница. Это, наверное, чтобы залазить туда, что ли? Слушай, а куда ее крепить? Проще... А как ты будешь залазить, Жень?
туда. Ну, а там еще есть, смотри. Ну, а там еще все есть. Это как Маклаврин. Ну, да. Да я первая. Ну, смотри, кстати, красиво. Там кофейня. А, кофейня? А? Посмотреть надо? Ты же не любишь обычно в такие места ходить. Ну, ладно, что там закрыто. А, читальный салон. Блин, жалко закрыть. А может, можно зайти с этого? Пауля. Она пизажа. 21. А, время сейчас сколько? 21. Ну, как раз, наверное, 21. О, темнота. Где раз? Погода, луна красивая. Луна, смотри там. Смотри, там тут луна. Луна, смотри, прячется за лесом. К шлюзам подплывает. Thank you.
здесь. Есть вешалки. Там есть щетка для обувная, какие-то еще пакеты есть. Есть лесенка, зеркало. А, да, это за шторка. Здесь зеркало еще там. Розетки две. Две розетки. Все, у нас последний день. Так, а тут две вешалки. Тут еще Женька не дособирал. О, тут еще что-то написано. Данная каюта пассажира. Пассажирская картина. Есть два стакана, но нет кувшина. Здесь радио. Там еще одна вилка, розетка. Есть стол. Есть вон там стул спрятанный. Можно достать и сесть. Есть холодильник. Это вообще просто супер, 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 супер. Вот, то есть, ну, каюта прям полностью оборудованная. Все есть. Вот она. Ну, естественно, конечно, вот это неудобно. Лестничка есть, сюда она вешается, но одна сломана. Умеете залазить, залезете. Здесь, кстати, внизу очень удобно сидеть. Вот этот вот подлокотничек, он мягкий-мягкий, офигенный, прям хорошо. Смотрите, тут даже схема круиза маршрута, то есть тут даже есть полный большой такой виде, как документ, в котором все расписано. Добро пожаловать. Пожалуйста, вот весь теплоход, что где находится. Кофейни, там все-все-все. Все, что вот-вот. Все расписано. Администрация, со скольки до скольки работает. То есть вот питание на борту, что, где, как. Напитки, чай, там детский такой-сякой. Кофейня. Что там вот написано, со скольки работает, панорама. Вообще просто все шикарно, все продумано, абсолютно все. Зоны отдыха, конференц-зал, оздоровительные. Здесь вот тоже все прописано. Вода из-под крана, воздержитесь, не пить. Вообще прям воздержитесь. Кондиционер, как он там работает, как его, да? Регулятор, да, как он работает, как его включить, выключить, даже вот это написано, представляете? Даже написано, как работает. Я немножко это приболела, поэтому голос охрипший. Сейф. Тут тоже Wi-Fi. Как Wi-Fi включается? Как его включить? Вот все здесь написано. То есть, ну, обычно это просто на ресепшене висит и все. Оплата на борту. Все покупки на борту теплохода совершаются с использованием расчетных карт. Ну, то есть там давали нам карты специальные. Карта выдается на стойке администрации при регистрации действует в течение всего круиза. И подлежит сдаче в конце путешествия. Итоговый расчет производится в рублях Российской Федерации. Наличными денежными средствами или банковской картой. За утерю расчетной карты предусмотрен штраф. Ого! Она такая потертая, замученная вся. Чаевые также. Здесь уже идет прайс-лист. А бинокль там всякий. Вот магнитик купить. Мячик там, что-то еще. Здесь то же самое. Батарейки, если кому-то, допустим, нужны. Пена для бритья, если кто-то забыл взять. Швейный набор. Тут тоже путеводители всякие. Профилактика заражения. Тут тоже вон все. То есть вот оно прям. Все-все-все расписано. Здесь, где мы едем. Здесь вот экскурсионные билеты, они у нас почти все входят в стоимость. Ну, некоторые вот только есть такие, которые
доплачиваются. Вот, включено стоимость. Вот. То есть вот тут вот, наверное, дополнительное место. Ну и, конечно же, наш Инстаграм-канал, где самые последние новости выходят. Все самое-самое интересное. Очень вас жду. Подписывайтесь. Мне будет приятно. Ставьте обязательно лайки. Наше путешествие практически... Хотя нет, не все еще выложила, но оно уже есть. Мне будет очень приятно, если вы подпишетесь. И также есть многое другое в Инстаграме. Очень интересно. Всех вас жду. Также смотрите наши влоги, наши обзоры на продукты, на технику. И обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. И с вами был канал Art Money. Всем пока-пока.